В Новом Уренгое пока нет проблем с защитными масками, цены на них тоже адекватные. Но из других городов России приходят новости о том, что маски кончились или взлетели в цене. В ситуацию были вынуждены вмешаться ФАС и Росздравнадзор. Мы тоже решили проводить мониторинг цен на маски. Так, 5 февраля мы выяснили, средства защиты в городе есть, но не во всех аптеках. А там, где есть, они не продаются поштучно, только в упаковках. Цена от 8 до 10 рублей за штуку. Дорого ли это? Напомню, врачи рекомендуют менять маску не реже, чем раз в 2 часа. По нашим подсчетам, в среднем за один день семья из 4 человек потратит около 160 рублей или 1200 рублей в неделю.